Правда, все-таки еще пока полсекунды не дотягивает до личного рекорда 37-64. Но вот это, кстати, может получиться интересный спор, потому что по потенциалу своему девушке близкие их личные рекорды и лучшие результаты в сезоне, ну, соответственно, может получиться хорошая борьба. Сегодня, может быть, учтены... Правда, Ирбанова опять плохо разбегается. Маленькие потери у нее были на разбеге, но эти маленькие потери могут превратиться в очень серьезное отставание. Посмотрите, 36 сотых только на разбеге проиграла она Лорин Ван Риссен. Лорин еще сейчас хорошо поработает в спину. Ну, для этого, чтобы избежать этого, Каролина сразу уходит на внешний радиус. И Тисио Инема очень мягко, очень плавно, очень чисто, технично отрабатывает малый поворот, не выносит ее на внешний радиус. И я думаю, что преимущество может быть даже больше, чем те 36 сотых, которые были. Да нет, примерно то же самое и получается. 38-45 у Ирбановой. 38-16 у Лорин Ван Риссен. Ну, такой же точно результат, как и накануне. Ну, а 38-44 это результат марши Худи. Так что Худи даже сумела опередить Эрбанову на, пусть и на одну сотую.